Artystyczne, ładnie mówią na różnych językach. Сегодня заболел, как бабулечка. Еще раз говоря, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня ведем репортаж 300 событий. Лучшие министры собрались здесь, чтобы посмотреть, как я пою. Hello, Dolly, when hello, Dolly. Или... Ich schreibe schon in den Schrei. Semper la la ne va, sento tu rudido. Aber, da friendo. Oh, da momento, libero e seggiaro. Ну не важно, что там наверху. Главное, здесь, внутри сердца, как у этих интересных и добрых воробушек Парижа. Ну, rien, rien, но je ne regrette rien. Ni la main sous ma paix, que la voix, je le perds heureux. Avec mes... И так сразу в Китай. Шанхай, чуй, 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 лиши. Или как танцует там. Восток, Запад, Европа, Америка. И ничья комиссия, зоры на ясное видно, хоть голки избирай. Еще играю на баяне, а еще и дирижер хора. У меня диапазон 3,5 октавы. И профессиональная актриса. Я на большой разнице получила приз за лучший номер фестиваля на Первом канале. Ну, а сейчас я режиссер-постановщик, телерадиоведущая и актриса. С вами была Лена Полякова. Я надеюсь, у меня получится с вами поработать.